Для самых ответственных – забота и теплом. Самарский филиал «Энергосбыт Плюс» поощрил самых надежных клиентов в сфере малого и среднего бизнеса по итогам отопительного периода. Это знак поддержки, это знак благодарности нашей. У нас достаточно много клиентов, которые выполняют свои обязательства по договору. На сегодня у нас был достаточно непростой выбор по определению таких клиентов, поэтому мы даже пришли к тому, что воспользовались генератором случайных чисел. Каждый из шести финалистов конкурса «Надежный партнер» вовремя оплачивал счета и выполнял мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Энергетики вручили лидерам из числа предпринимателей благодарственные дипломы и памятные подарки. На самом деле приятно, очень удивлен, поэтому это отдельное спасибо. Всегда как бы компания отзывчиво относится к своим клиентам. Мы за то, что являемся надежными клиентами, это получаем бесперебойно и вовремя все услуги, и отопление, и горячее водоснабжение, без которого мы просто не сможем работать в нашей компании, потому что мы не сможем оказывать качественные услуги нашим пациентам. Всего за звание самого надежного партнера боролись более 13 тысяч юридических лиц. И это лишь одна из акций, которые регулярно проводят теплоэнергетики для поощрения потребителей горячей воды и тепла. Ольга Хамракулова, Николай Сидоров. События.